В начале совещания глава Андрей Шубин поблагодарил коллег и всех жителей Десногорска за активность в проведении выборов президента России. На этой неделе специалисты ЦОС, САЭС и СМАТЭ проведут пробную эксплуатацию бассейна в первой школе. Если пробная эксплуатация покажет хорошие результаты, настройка, то мы надеемся, что на следующей неделе бассейн будет введен в эксплуатацию и проведут торжественное мероприятие по его открытию. Погода диктует коммунальщикам непростые условия труда. В связи с перепадами температур и ухудшением ситуации с обледенением ведем работы по расчистке и посыпке территории придомовых и контроль за образованием и ликвидацией сосулек на домах, в том числе на домах скотной кровли. 18 марта завершился открытый чемпионат Десногорска по мини-футболу. Игры проходили с декабря 2017 года. Поздравляем победителей. Первое место – команда «Островок», капитан команды Юрий Алексеевич Гришин. Также 25 марта в 16:00 в Центр культуры и молодежной политики мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города разделить с нами празднество профессионального праздника Дня работника культуры. Миг между прошлым и будущим с участием солистов Смоленской областной филармонии. На городской конкурс по охране труда подали заявки 11 организаций и 13 уполномоченных. В конце марта будут подведены итоги.